inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see God through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. Мы видим состав команды хозяев. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам.
3 ноября 1969 года в Великобритании состоялся самый недисциплинированный в истории футбольный матч. Команды Тонгхэмского молодежного клуба и Хау Ли настолько грубо боролись за местный кубок, что арбитру пришлось наказать всех 22 игроков, включая одного, отправленного даже в госпиталь. И даже пришлось наказать еще и судью на линии. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Оскар Трехо. Хороший пас во фланг. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Оскар Трехо. Удар! Не прошел удар, защита на месте. Это угловой удар.